Итак, всем привет, с вами Супер. Сегодня будем играть игру под названием Brawl Stars. Так, контрабандистка Пенни выдавала, вспомню, за задачу, за игру 50 раз вроде или 100 раз выиграть в этом силовой лиге. Сейчас там вот можно выиграть его, волшебных Байрон. Кстати, крутой скинчик. Вот его потом можно купить за 25 тысяч этих жетончиков. Короче, поиграю. Еще 56 дней есть. Батл пасс купил. Вот. За Пенни сейчас один раз сыграем. Сейчас проблемы Brawl Stars, давайте скажем. Brawl Stars проблемы есть с тимингом. Я покажу данный ролик. Разработчикам можно отправить, чтобы они решили с этим. Потому что реально очень много тимится челиков. И не дают играть просто соло игрокам. Вот. Окей, сейчас поем. Бам. Так, ну я уничтожился, но это фигня. И самое главное сейчас ульту хорошенько кинуть где-то сюда вот. Ребята. Так, бум. Пенни слабая, я бы турельке ей дал бы 4 тысячи хп как минимум. Вроде выигрываем. Потихоньку-то выигрываю. Все, нормально. Так, показываю игру, где была ошибка Brawl Stars. Тек, списки лидеров. Я жалко не в лидерах, но может быть в лидерах здесь. 568, то есть мне надо прям задротить эту игру, чтобы топ-1 быть. Так, данные боя. Показываю второй матч. 6-е место. Здесь тимились абсолютно все. Ну, почти все. Я пытался как-то за... Не тимиться, а именно затащить. Вот здесь уже смотрите, сколько тимится. Бить. И ники вот эти плохие, тоже надо их убирать, как бы, челиков. Я залутываю, смотрите, что. Мне приходится тимиться из-за того, что... Если сейчас я урон нанесу, перебойный, меня уничтожат. Так. Смотрите, ну просто посмотрите, что. Вот здесь я хотя бы атакую челика Леона, хотя бы. Так, ну это тоже слабое оправдание, но Леон типа тимился, это типа лол. Я как болт, и мне нужна Шелли. Вот. Крутая песенка, можно добавить. Так, стреляю. Очень много челиков. Фрэнк тут бы, если ультимейт сделал бы, тут минус 4 было бы минимум. Вот так вот. Стреляю. Тимлюсь с челиками. Вот. Оценился вроде нормально все. Я вот зря здесь обилку, кстати, потратил. Это моя ошибка. И автоатаки делал. Мне надо было здесь хилиться. Я атаки делал коряво, как нуб. Может быть, где-то топ-4 бы здесь занял. Тут уже начали в сети файтиться, потому что места нету. Интересно, кто выиграл. Вроде Шелли должна выиграть, да? У него ульта есть. Да, Шелли выиграл. Шелли такая выигрывает минус 18. Все, короче, заканчиваю видосик. Вот такой вот был видос. To the support Brawl Stars. Вот, для саппорта Brawl Stars, если что. Всем удачи, всем пока-пока.